Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Лэнджер Бип. Бип-бип, бип-бип, ёпты, ладно. И это у нас Garden of Banban 2. Это просто Garden of Banban. Какая-то игра, если честно. Ну, вроде бы нормальная, но... Давайте музыку уберем. Ой, бля, игра, ну, отстойная. В плане оптимизации. Она как бы неплохая, но... Хаги-ваги лучше, если честно. Ладно, поехали. New Game. Я немножечко поиграл там. Совсем немножко. Вот. Ну, читать я все это не буду. Приступим сразу к игре. Так, я слышу какие-то детские голоса. Что очень-очень напрягает. Блять, я далеко от микрофона, сука, нахожусь. Вам это нравится? Всем привет, дорогие друзья! Я нахожусь далеко от микрофона. А сейчас я нахожусь близко к микрофону, блять. Вот это вот меня раздражает. Я сижу так неудобно. Ай, что же мне делать? Так, коробки мне нужно принести, чтобы подложить, так сказать, микрофон. А пока что мы осмотримся, бля. Ладно, ладно, не будем баловаться. Какие-то у нас детские рисунки. Какие-то у нас детские рисунки тут пошли. Значит, и сейчас что-то нужно сделать с этим. Здесь, насколько я понимаю... Пэк. Нужна видеокарта. Ой, нужна ключ-карта, блядь. Да, видеокарта сюда. Ладно. Вот она, ключ-карта. Может быть, что-то здесь есть? Взаимодействовать с этой херней я не могу. Так, having many arms to help a lot more people. Я, если честно, переводить не буду, потому что мне лень. Это кнопка или что? Будем проходить вот так вот, вслепую, так сказать. Я обожаю так проходить игры. Поехали. Активировалась. Открывается. Это у нас дрон. Это у нас дрон. А это что такое? Так. Подожди-ка. Это у нас какая-то... Это пульт от ядерки, что ли? Как им пользоваться? Как открыть эту дверь? Записка. Так, дорогой... Чер... Ну, это понятно. Но нам нужно как-то открыть эту дверь. Давай смотреть. Мне кажется, это нужно пульт активировать. Электричество пишет. А ну давай пойдем вот в ту сторону. Так. Интересно, еще коробка есть, чтобы это. Так, поищи, пожалуйста. Мне нужен микрофон. Да ладно, ладно, ребят, вы это не слышали, вы это не слышали. А что делать-то? Блять, ебаный Garden of Banban. Garden. Как играть вообще в это? Что делать нужно? Ну, типа, я все понимаю, но... Как открыть эту дверь? Вот кто знает, ребятки, подскажите. Бля... Блядь! Ай! Ну, берись, как взять? Что нужно делать? Нахер я пульт взял? Что делать надо? Блять, куда я нажал? Что это? Почему 60 FPS? Блять, у меня же экран... Sensitivity... Что? Блять, а как сделать так, чтобы... У меня было 60... Больше 60 Гц? Эта игра не поддерживает больше 60 Гц, что ли? Хуй знает. Так, а что нам делать? У нас есть компьютер. У нас есть стул. Так, знаешь, что делать?
Так, ключ карту я нашел. Пульт нужно, да, активировать? Блядь, а может быть в мусорнике что-нибудь найдется? Ну это пиздец, это опять непроходимые квесты, я ненавижу это. Блядь, что нужно нажать, чтобы активировать это? Вы заставляете Лэнчер Бипа психовать, ёпты? Что делать-то? Блядь, хули ты смотришь на меня? Вот это что? Что это? Что вот это? Как активировать предметы? Так, что там нужно? А ну-ка, ребятки, подождите. Так, я хуй знаю, как ее проходить, блядь. Тут мне подсказывают, но я нихера не пойму. Я не смотрел прохождение, но это и хорошо. Блядь, а это что это такое? Это кнопка вообще? Нахер я взял пульт? Что нужно делать? А вот это что? Батарейка. А куда батарейку-то вставить? В пульт? А какие клавиши нажимать? F. Так, одну батарейку я нашел, хорошо. Батарейки сюда вставляются? Нет. А куда батарейки-то вставлять? Ребятки! Сюда, что ли? Как менять предметы? Я могу вообще слоты переключать? Что за херня такая? Бля, пиздец, конечно, игра. Я не знаю, может быть, она и реально и наступил пиздец. Но я не пойму, что делать. В дрон заправить батарейку? Нет, ну пульт, нахер мне пульт нужен. Коробки я не могу открыть? Блядь, нет. А что делать? Батарейку подобрал. Вот эта вот дверь, нахуй она мне нужна? Мне нужно куда-то туда залезть. Ой, блядь, это мне придется прохождение смотреть, наверное. Пиздец, ебаный в рот, я... Ебать, я ненавижу эту игру. Блядь, что делать, ребята, подскажите мне! Куда идти? Нахер мне батарейка нужна? Зачем мне пульт? Какие клавиши нажимать здесь? Блять, тут есть помощь вообще? Controls. Controls. Ну, E. Shift. Jump. Это все понятно. А вот... Ну, хорошо. Shift. Туда-сюда. Jump. Enter. Там. Хуентер. Что делать вообще в этой игре? Тут есть подсказки какие-нибудь? Что это? Диалоги? Music, sensitivity. Да нахуя мне sensitivity? Вы мне лучше подскажите, что мне делать, ребята. Нахуй я батарейку подобрал. Вот что мне после сделать? Как туда попасть? Как туда попасть? Ну ключ-карта у меня есть, блядь. Нашел батарейку. А тут получается все батарейки, да? Разбросано, блин, капец, мне тут подсказывают. Ой, блядь, где же они находятся? Там давай искать все батарейки. Нету. А, вот она еще одна батарейка. Видите, Лэнджер Бип повеселел! Хе-хе! Ура! Так. Открытие. Ой, ебать! Что это за хуйня? Что это, блядь? Что это за хуйня? Press left mouse button. Хорошо. Что это? Ну все? Блять, что происходит? Как в эту хуйню играть? Ух, нихуя себе, это оказывается и кнопки. А ну-ка давай сюда нажми. А ну-ка. Ну-ка. Въебись. О, молодец, отлично. Ебать, кто это? Это Вилла мне подсказывает? Что это за хуйня такая? Вилла, блядь. Нихуя себе, ладно. Ебать.
Атмосферная ты моя хуйня, это что такое? Детская площадка? А ну-ка, давай я вспомню детство, я ж уже взрослый, мне нельзя на детскую площадку. Блять, это моя, сука, герцовка ёбаная, почему нельзя выставить на больше герц? Блять, оно 2К не поддержит, оно 4К что-то не хочет поддерживать, хотя технологии позволяют мои... И нет, оно не лагает, мне не нравится, что 60 FPS, блять. На видео оно будет не сильно, надеюсь, видно, но... Оптимизация хуйня. Майонез хуйня. А нахуй тебе этот? Ладно. Интересно, интересно. Стулья, а чё там невидимая стена? Что за хуйня? А, это стекло, ебать, ты посмотри. Это стекло такое, блядь. Ё, блядь, что это происходит такое? А, блядь, я монстр, ёпты. Как сюда нажать? И вообще, что здесь происходит? Так, а открыть я могу? А хуй что? А сюда могу? Нет, не могу. Бля, что за хуйня происходит вообще, ребята? Ребят! Вам нравится, когда Лэнчер Би психует, сука? А ну, а тут можно что-то сделать? А ну, нажми сюда. А ну, давай, давай. Малыш, нажми сюда. Нажми, 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 малыш. Охуеть, как я пою. Ла-ла-ла-ла-ла. А, ключ-карту, да, нужно искать? От разных дверей. Так. Что это? А, это яйцо. Оно, наверное... О, еще одно. Надо, наверное, все их найти, я так понимаю. Так же самое с батарейками. Так, ну хорошо. Наверное, может быть, на детской площадке? Подожди-ка. Тра-ля-ля, тра-ля-ля. Тра-ли-лю-ли-лю-ли-ля, тру-ли-лю-ли-лю-ли-лю, тра-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля-ля, тра-ля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 . Гартен, гартен, бан-бан, он ебану, ну-ну-ну-ну ты, а ну-ка давай, пройди. Эту замечательную игру. Блять, охуеть я певец, конечно. Нихуя себе я, конечно, певец, я про. Про-певец просто. Так, надеюсь, я все яйца нашел. Или не все. Так. А ну-ка давай посмотрим. Может быть тут еще что-нибудь есть? Так. Здесь ничего нету. Я знаю нычки. А ну-ка. А тут можно присесть? Может быть, внутри? Так, блядь, присесть. Как тут? Сука, Ctrl. Shift, Sprint, Jump. Е... Что-то хуе непонятно. Ля-ля-ля-ля-ля. Launcher, бип. Ля-ля-ля. Я псих сегодня. Ну, блядь, а как туда? Вот тут, да? Наверное. Или где? Подожди-ка. А ну давай с тобой посмотрим внизу. За горкой нет. Ну, наверное, там же, в горке. О, вот! Кнопка. А где дрон? Где дрон? Блять, я не знаю, как присесть. Блять, ну это я не знаю, не знаю. Ладно, давай посмотрим, может быть, тут. Я хер знает, что здесь делать вообще в этой игре. Нужно собрать яйца, как мне подсказали. Потом нужно будет ключ-карту какую-нибудь активировать. Но я не знаю, вот, вот тут вот желтая нужна. Ну, яйца я знаю, где находятся. Они у меня в штан, блядь, что я говорю, я... Я вообще нормальный в этом плане, блядь. А если сюда нажать, это выход?
Так, ладно, сюда я не могу, а вот сюда что будет? А ну-ка, давай нажмем. Мне интересно будет... ты ебанутый! Хули врезаемся, он уже не будет, да, назад идти? Блядь, ебанутый. Куда теперь? Сюда мне подсказывают, ладно. Ой, блядь, я не могу пройти ее самостоятельно. Тут нет, я... А ну, ты курица, ты... Блядь, что это было? Какой-то звук. Блядь. 15 минут бестолку, сука, как эту пройти игру? Иди сюда, дрон! Лети! Лети, блядь! А, нужно ему вот так вот управлять, ебать. Сюда, дрон, сюда, блядь. Сюда. Вот почему руками нельзя все это сделать, а обязательно дрон. Сюда, братан, сюда. Так, а теперь я попытаюсь нажать на вот эту кнопку. Сюда, блядь! Ты ебанутый, ты меня слышишь? Давай! Ты... Хули пищим? Чё мы пищим? Чё мы пищим, блядь? Хули мы пищали там так? Сюда! Ты, блядь, тупой какой-то? Ой, блядь, ладно. Давай сюда. Сюда, блядь. Нажимай на... Ты ебанутый! Может быть, его нужно поближе сюда куда-то? Сюда, дрон! Ебучий! Ты можешь быстрее это все... Блядь, ты можешь быстрее это делать? Да, блядь, хули так долго? Зрители ж смотрят! Ждут! Ты нормальный, блядь, ну... Блядь, это пиздец, это какой-то вообще апокалипсис, ребятки. Так, наконец-то. А ну лети сюда, блядь. Ты тупой? Ты что делаешь вообще, блядь? Зачем? Нажимай нормально. Нажим... Блядь, иди нахуй, короче. Ладно, ты можешь сюда залететь? Посмотреть, что там в горке. Можно так? А, ты, блядь, тупой все равно. Похуй. На дереве нету яиц? Блядь, как нагнуться? Мы умеем нагинаться? Ой, блядь, лучше не надо. Наклонись, наклонись. Наклоняйтесь. Ой, это как-то звучит некрасиво, блядь. Это как-то... Звучит некрасиво, наклоняйся, это пиздец, блядь. Дисклеймер, сука, 18+. Нет, ладно. Ютуб, извини меня, нет, 16+. Ну просто, может быть, в лодке? Я тут еще не смотрел. Я не знаю, как в эту игру играть, я ее первый раз вижу. Я ее увидел на торренте. Как это открыть, ладно. А ну-ка, братан, ты можешь сюда прилететь? Да блядь! Да не дрон. Блядь, дрон, сука, ты уже здесь. Ты тупой, он тупой, ой, блядь, тупой, ой, какой тупой. Ой, сука, у меня голова болит, пиздец. Из-за этой игры уже... Ты ебанутый! Облети! А, я понял, тут скрипты сделаны как... Ну ты ебанутый! Блин, лучше б я сам управлял этим дроном. Пик-пок, хуюк. Ту-ту-ту. Хуйня какая-то вообще. Бан-бан этот еще. Блять, лети сюда, увереннее лети.
Три часа летит, три часа. А ну давай сюда. Ты ебанутый. Сюда лети. А ну-ка. Так, надо как-то его пропустить. Мне кажется... Блять, ты как это делал? Что это было? Ты сломал стекло, ты... Ты ебанутый, ну врезайся нормально! Ну ты, конечно, и... Ну... А так должно быть? Давай сюда. Стекло выбей. Ну! Блять, не могу. Ой, блядь, давай. Пиздец ты тупой, конечно. Да сюда иди, ну... Дрон, ну ёбану тебя в рот. Сюда нажимай. Куда ты стул потащил? Куда? Блядь, что происходит? Что происходит в этой игре? Еба! А куда нужно идти-то? А где она находится, желтая ключ-карта? Интересно, вот тут вот где-то? Блядь, я не помню, вообще эту игру я первый раз вижу, у меня родственники, так сказать, брат, там все такое, смотрели это прохождение, блядь, а я не знаю толком. Потому что мне не... Я не хочу спойлерить. Блядь, где еще искать его? Но я наклониться не могу. Как? 21 минута записи, блядь. Подскажите, что делать? Это ловушка. Опа! Ура, это, наверное, все. А куда теперь идти? О, он может выбить стекло тут? А ну-ка, давай попробуем. А ну-ка, давай, малыш, попробуем. Выбить стеклышко. Выбиваем мы стеклышко. Стеклышко наше трескается, ломается в дребезги. Стеклышко. Блять, ты почему не можешь ломать? У тебя сил не хватает, да? Или это не ломайка? А ну давай попробуем еще раз. Сейчас, еще чуть-чуть и... А, ладно, похуй. Так, теперь куда нам нужно идти? Сюда? Что ли? Так, мне подсказывают, что нужно идти сюда, ну-ка. А, сюда ты закинешь яйца, и она должна высрать карту, ключ. Высирай, я жду. А где ключ карты должен быть? Find eggs in bird. Так, а что, еще раз яйца и что ли дать? Блядь. Куда? Она должна высрать ключ-карту отсюда, 100%. А, найди яйца. Так я нашел яйца. Блядь, может быть что-то открылось? А ну давай проверим. Нихера. Нихера. Блядь, да иди ты. Нет, ничего не открылось, что делать-то? А что нужно делать? Блядь. Бан-бан этот ебучий. Кто это вообще такой бан-бан? Такая типа хагивади зверушка. Так. Ну, ты ебан... Блядь. Я психую. Ой, ну... Find the... А подожди, а вот здесь вот что это? Это ж, наверное, можно сломать.
инструментом каким-то, да. Так, найди 6 яиц, короче. А, может быть, нам нужно найти... А, feed it's 6x to get your prize. Это чтобы она приз дала. Ну, надо, наверное, еще что-то сделать. Бля, подскажите, ребятки, как эту херню всю играть? Я что, знаю? А это что это? Что это за херня светится? Подожди-ка! Что? Ну-ка! Так, что-то тут должно появиться, наверное. Тут? Что-то тут ничего нету, мне подсказывают. Говорят, что где-то тут, а оно не тут. Блять. Нажать на кнопку сюда. А, она становится красная. Пиздец, ебать. Ладно, извиняюсь за маты, я Лэнджер Бип. Ты чё? Ты чё делаешь, Лэнджер Бип? Ты нормально вообще? Чё ты матюкаешься? Фу-фу-фу, таким быть, блять. Ой. Лэнджер Бип, харе. Где мой дрон? Где дрон? А, бля, ты тут? Лэнджер Бип, спокойно, ты должен держать себя в руках. Ну ты летишь или нет, бля? Шо он пьяный? Какой ты медленный, ну ты, конечно, я понимаю, физика игры, конечно, чокнутая, но... Особенно оптимизация мне не нравится. Хули ты стоишь там? Зачем? Ты чего стоишь тут? Дебил! Тут... Ты чё... Блядь, ты тупой! Ты тупой! Блядь, уродина, ну... Нажми ты на эту кнопку, но я тебя больше ничего не прошу. Въебись в нее как следует. Давай, давай. Опа, молодец, красава. Вот это я понимаю. Вот это прохождение, действительно. А что активировалось-то? Подожди-ка. Так, а что-то должно активироваться. Мне кажется, вот та вот... Подожди. А, вот яйцо, точно. Так, а ну-ка. А, она нам должна инструменты дать, 100%. А ну давай, высирай. Что? Тебе этого мало? Тебе этого мало, сука? Тебе этого мало, блядь? А ну еще раз давай. Нафарми мне яички. А что должно быть дальше? Бля, ну неужели... Нам нужно накормить курицу? Блядь, нахуй дрон не летит-то? Дрон, сюда! Сюда! А что сделать-то нужно? Ну типа еще яйцо найти? А где? Может быть оно заспавнилось? Вот тут вот где-то, в автоматах. Нажать не могу, Тупой ебучий дрон. Как же я тебя ненавижу. Так, нет, игра сама интересная, если чё, если вы хейтер мой. Игра интересная, очень. Но просто дело в том, что здесь... Все как-то по-тупому сделано, я имею в виду, в плане сюжета. Здесь найди то, найди все. Слишком много всего нужно искать, понимаешь? А я это не особо люблю. Так, подожди, а что нам нужно еще делать? Мы ее накормили. Яйца мы все ей дали. Что еще ей надо? Она нам должна дать инструменты, насколько я понимаю. Блядь, ну куда идти-то? Может быть, в полене тут что-то? Это типа, мне, конечно, нравятся, знаете, игры, которые называются Find the Key?
Find the button. Вот это вот любимые мои. Но здесь слишком как-то переборщили. И здесь нужно обшаркать, наверное, все, так сказать, углы. Вот все реально нужно, раз это самое. Бля, а кстати, снимать Survival Craft, там тоже крутые карты. Survival Craft. Ну, я имею в виду, это типа Майнкрафт, я... Ну, только там... Подожди, а сюда можно нажать? Это мы активировали. Эта кнопка должна активироваться, хорошо. На компьютере мы ничего сделать не можем. Это мы ничего не можем. Яйца, говорят, ищите. Давай найдем. Что дальше делать? Сюда! Что это? Блять, охуенно, я с ума схожу. А что это такое было? Что это? А что это дает? Типа остановить его? А где еще найти яйца? Ей же еще раз нужно яйца найти, а ну дай гляну. Да, прикинь. А где они тут лежат? Блядь, ну неужели мне придется спойлерить? Я ненавижу спойлер. Хорошо, может быть на небе? Бан-бан ебучий, ненавижу тебя. Может быть в углу? В углу нет, но оно на скамейках? На скамейках нет. Опа-на, записка. А это хорошо или плохо? Это хорошо или плохо, интересно? Может быть накормить ее этим? Нет. Уже что-то нашли, хорошо. А если я взял список, этот список поможет мне что-то активировать? Нет, не поможет. Поможет тут? Нет, не поможет. Ну, а как прочитать еще раз список? Тут яиц нету? Они не заспамнились? Да вряд ли здесь будут они. Ой, бля, сложно, ребята, сложно. Очень-очень сложно. Может быть, в щелях? Нет. Бля, ну я не знаю. Ну, ладно, давай еще раз. Ну, под этим нет. Возле дерева искать нет. В Майнкрафте я люблю такие квесты. Но если здесь, то это ж пиздец. О, ты можешь залететь сюда? А, блин, не можешь. Смотри, не может. Он же не может летать сквозь стены. А, он даже не может нормально летать сквозь качели. Охуеть, хитбоксы эти. Так, вот здесь вот мы плохо обыскали. Мне кажется, что-то в лодке должно быть. Не зря она тут стоит так. Ой, блядь, ну... Ладно, сейчас будем заканчивать еще чуть-чуть. Я думаю, на этом мы серию закончим. Потому что, ну, я думаю, я буду так реально 3 часа. Блядь, с этой игрой... Туда не... Нет. Бля, подсказку. Ой, бот, нихуя себе я сделал трюк. Ух, нихуя себе. Опа, а ну-ка, помоги мне, бах. Давай, бах. Может быть, на потолке где-нибудь. Так а где яйцо должно быть-то? Пишешь, что найди яйцо. Может быть, это бах какой-то? Но это не открывается, ну поймите вы. В предметах. Вот тут яйцо. Найти? Нет. Нету.
Тут нету. Вот тут точно нету. Нету, нету. Вот тут вот. Тоже нету. Там нет. Нету. Тут тоже нету. Вот здесь нету. Тут нету, там нету. Вот эти какие-то громкоговорители. Нахер они мне нужны, блядь. Вот эти вот колонки. А, это вентиляция. Еще лучше. Но нету, я искал, вот. Тут под этим нету, под площадкой нет. На этих нету качалках. С ними нельзя взаимодействовать. Я протыкивать буду каждый угол. Лишь бы найти это все. Ну, найти яйца, ну хорошо, найдем. А где они могут лежать? Блядь, мне кажется, они находятся вот здесь вот где-то. Вот тут. Но я не могу их достать. Мне нужен, наверное, какой-то предмет. Ну вот. Может быть... Тут я не могу их достать. Нет, вообще никак. Никак не могу. На дереве, на дереве. На деревьях тоже ничего нет. Что здесь нет? Что здесь нет? Понимаешь, нету! Здесь, вот эта вот хуйня, нахер она мне нужна. Доска. The end is here. Here. Сюда, что ли, идти? Так она закрыта, блядь. Ну куда вы мне... Блядь, все дергается, все это самое. Бан-бан, блядь. Ой. Ладно, давай посмотрим, что здесь. Может быть, можно найти что-то тут. Так, здесь я ничего не вижу. Хорошо. Тут у нас что? Тут тоже ничего не видно. Ничего не видно. Что здесь не видно? Вот эта вот хуйня, она не зря здесь стоит. Тут тоже ничего не видно. Вот тут тоже ничего не видно. Давай я тебе яйца свои дам. А ты уже тогда разбирайся сама, ёбаная курица. А, ничего не работает. Я не знаю, как это проходить. Короче, ребяточки, еще чуть-чуть. И всем спасибо за просмотр, и всем удачи, и всем пока. Я такой человек, что очень быстро могу. Может быть, под ковром, под этим? Вот оно, ебать, я тупой, блядь, нихуя себе. Ох, ебай, а ну-ка. Высирай. Ну. Ура! Ключ-карта, мы прошли игру! Ура! Ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла! Ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла-ла! Пиздец, Лэнджер Биг с ума сошел. Вот сейчас мы ее и пройдем. Быстренько. Я думаю, серию на этом нужно будет закончить. Тогда. Да, где мой дрон? А, ты тут! Сюда, сюда. Игра на самом деле легкая. Нужно быть просто внимательным очень. Нужно быть очень внимательным. Нажимайся. Прям сверх внимательно. Въебись. А, отлично. Охуенно. 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 Ла-л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 а. Мы прошли. Мы прошли почти игру. Игра то-о-о, пава-а-а-я. Игра топ. Игра топ. Игра. Так. The best. Улыбнись. Хорошо, блядь. Так, это уже интересно. Вот тут темно. Это мне... Куда я попал? Что?
Это должно так быть? Да. Подожди-ка, пресс Е. Нажал. Нажал. Что? Подожди, а что тут нужно было сделать? Ладно, дорогие друзья. Насчет этого всего мы разберемся уже где-то в следующей серии. В следующей серии, я думаю, что у нас все получится. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо, что выдержали мои крики. Всем удачи. И всем до свидос. До свидос. Вот прям такой жирненький до свидос. Ладно, доеду чуть-чуть и все. И буду заканчивать. В последнее время мои видео... Ебать, страшная музыка. В последнее время мои видео стали набирать бешеные, так сказать, просмотры. Ну, по крайней мере, для канала Лэншер Бип. Ну, я и вас прошу, ставьте лайки. Все-таки нервы мои куда-то нужно тратить на пользу. Я не хочу нервничать. В принципе. Так. Ну, дальше уже идет интересное что-то. Я постараюсь в следующий раз употреблять меньше мата. Ну, быть добрее, если вы будете ставить лайки. Я вам обещаю, что будет каждый раз добрые серии. Вот. Так. Ну и в принципе, что сказать насчет этой игры. Игрушка все-таки нормальная, но что-то здесь явно не так. Ладно, дорогие друзья, ребятки, всем удачки и всем пока. Ребятушки, какашушки. Блять, пиздец, ладно. Всем пока, мои дорогие зрители. Всем удачи и всем пока. Наконец-то я завершил это видео. Ой, да.